Перед центральным входом уже отчетливо видна платформа. Это будущая звездная дорожка. Также уже начали выстраиваться ряды пластиковых кресел. После начнется установка звуковой и световой аппаратуры. Все идет по плану. Власти города с нетерпением ждут гостей. 26 лет проводится кинофестиваль в городе Сочи. И в это воскресенье в 18 часов начнется движение по красной дорожке кинофестиваля «Кинотавр». Мы приглашаем всех жителей нашего города, всех наших гостей на это событие. После традиционного дефиле по звездной дорожке в 10 вечера состоится первый сеанс в кинотеатре под открытым небом. Покажут «Битву за Севастополь». Ну а откроет фестиваль картина Станислава Говорухина «Конец прекрасной эпохи». В фестивальной программе заявлены 14 полнометражных картин. Это премьеры самых ожидаемых авторских фильмов. Отмечу, что в этом году отборочная комиссия фестиваля отсмотрела 81 картину. Будут и дебютные, например, лента братьев Чижиковых «Парень с нашего кладбища». В этом году оценивать работы кинематографиста будут продюсер Наталья Макрицкая, сценарист Николай Куликов, оператор Юрий Клименко, актеры Андрей Смоляков, Олеся Судзиловская и кинокритик Петр Шепотинник. Впервые за 26 лет в жюри включен представитель индустрии кинопроката Алексей Рязанцев, а возглавит жюри Алексей Учитель.